Я всех приветствую. Сейчас можете выключить видео и написать мне в комментариях, вот почему хорошая мысля приходит упосля. Вот почему вот именно тогда, когда ты налажал, вот только тогда вот мысль хорошая придет в голову. Вот целый год ходил и размышлял, где мне сделать гараж, вот каким образом мне его сделать, за домом, за кухней вместо сараев, каким образом, вот туда-сюда вот бегал, думал, целый год. И буквально через 4 дня после того, как я завез щебень 9 кубов и песка 9 кубов, и засадил уже огород. И буквально прошло 4 дня, мне стукнуло в голову, что вот можно сделать гараж без проблем именно в этом месте. Так, лажать нужно еще поучиться. Как мы видим, здесь мой двор, а здесь стоянка для моего автомобиля, вместо которой я думал строить гараж. Но как мы видим, здесь вот сразу у меня дом, который я думал еще в будущем облаживать кирпичом. Далее здесь идет сарай, в который, опять же, должен быть вход. И каким образом мне еще удлинить немного гараж на полметра, чтобы хотя бы какая-нибудь вместо этой машины могла встать сюда. Сделать шире. В итоге ломал-ломал голову, каким образом или же за кухней делать, или же здесь. Ломал голову. В итоге решил все-таки здесь сделать 100%, потому что с кухней там очень много проблем. Решил, да и все, и начал завозить песок, щебень. Придумывал вот здесь вот ступеньки сюда, потом ступеньки наверх идут в кухню, в сарай. Параллельно мысли у меня были еще здесь вот содрать бугор. Далее вот моя кухня и сарай. Я думал вот здесь залить фундамент после того, как посадить бугор. Далее развести эти сараи и вместо них построить гараж с выходом в кухню. Но потом опять же у меня идут проблемы. Здесь скважина, вода, уже провел ее сюда. Здесь сливная яма. И опять же ни туда, ни сюда. Нужно ломать голову, каким образом это все делать. Плюс сколько головняка разбирать эти сараи. В данный момент они еще мне понадобятся, эти сараи, поэтому решил все-таки здесь его не делать. И уже завез щебень с песком, закрыл все и засадил огород. И тут на тебе, буквально 4 недели назад это все сделал. Ой, 4 дня назад. И на тебе, стукнула мне идея, что все-таки можно же сделать совсем отдельно гараж. И как раз в этом месте, куда я завез щебень с песком. И теперь вот нужно мне, вот я начал песок убирать отсюда вручную. 4 тачки в час, 4 тачки вывез и пошел отдохнул, потому что здоровья нету. И щебень. Щебень, наверное, будем в ту сторону. И как раз вот здесь вот мне не мешает совсем ничего выкопать эту всю землю, вывести автомобилем. Уже нашел, куда вывести. Человек заказал мне землю. Только проблема, что придется вручную теперь 9 кубов щебня практически переместить вот сюда. И кубов 6, наверное, песка тоже переместить немного в сторону. И вместо этой яблоньки будем строить здесь гараж. И как раз он будет такой, как мне нужно. Длиной 5 метров, шириной 4 метра.